Всем добрый вечер. Давайте сейчас уже будем потихонечку начинать. Людей уже собралось достаточно. Сегодня долго ждать не будем, пока все соберутся. Я думаю, все, кто хотел, все потихоньку сейчас присоединятся. Сейчас мы к звонку подключим Илью. Буквально сейчас 2 минуты. Пока еще как раз у вас у всех есть время присоединиться. Так, всем добрый вечер. Я вижу, все продолжают писать. Сейчас, ребят, буквально 2-3 минуты на решение нам технических вопросов по подключению. Так, Кирилл, видео есть, сейчас только подключается Илья, и мы уже начнем в полной мере проводить вебинар. Друзья, всем привет. Я обновил комнату для того, чтобы все заново зашли, потому что тут надо было менять настройки видео. Так, давайте подождем еще пару минут, пускай все зайдут. Еще раз всем привет. Всех рад видеть. Очень много знакомых лиц. У нас уже 175 человек. Сегодня вебинар будем вести я и Оксана Бабажанова. С сегодняшнего дня и впредь в последующие дни и время Оксана будет вещать о новостях компании. Она будет моим доверенным лицом, поэтому прошу любить и жаловать. Вот. Также она будет ведущим спикером, и у нее еще добавится сверху обязанность, скажем так, взращивать и отбирать кандидатов в спикеры, потому что сейчас я хочу поставить вебинары на поток, так как очень много будет всякой интересной обучающей информации.
Вот, ладно, ждем еще пару минут. Я пока подключу Оксану сейчас к нам. Еще раз всем привет. Вебинар займет у нас порядка 45 минут, немного. На вебинаре мы расскажем о новостях компании, а также расскажем вам в двух словах о методах работы и рекрутингу, скажем так, с молодняка, я это так называю. То есть тех людей, которые вообще еще не в курсе, что такое сетевой бизнес и так далее. Так, сейчас я подключу Оксану, и мы начнем. Подождите, пожалуйста, секундочку. Так, приглашение отправил. Я думаю, многие из вас, кто побывал на презентации, офлайн-презентации в ЕКБ и в Перми, не пожалели, потому что та информация, которая там предоставлялась, ни в одной сетевой компании не предоставляется и предоставляться не будет. Даже по отзывам тех людей, которые были на презентации, на самой, цитирую, что за 20 лет в сетевом такой информации нигде никто не слышал, и в таком формате никто никогда не вел офлайн-презентации. Если честно, за все то время, которое я был в этих двух городах, я ни разу не сказал о маркетинге компании Infinity. То есть там я рассказывал и обучал партнеров именно приглашением, именно как это делается, где искать мотивацию и так далее. В записи будет доступно только для узкого круга лидеров. Как бы горькая, но правда, хотите обижайтесь, хотите нет, это мое решение, потому что не хочу, чтобы сделали какой-то плагиат, перековеркали информацию как-то в недобром русле. Поэтому все, кто лидеры Dream Team, данные видеоролики получают, смотрят, обучаются, записывают и так далее. Так, Оксан, подсоединяйся. Вот у нас Оксана подсоединяется, отлично. Сейчас она там настроит себе все. Так, Оксан, подсоединяйся. Все, всем добрый вечер, я подсоединилась. Так, у Оксаны там... О. Меня видно, слышно, Илья? Супер! Всем добрый вечер, я подсоединилась. Да, тебя нормально. Все, я подключилась, у меня все отлично работает. Так, ребят, я передаю слово Оксане. Я передаю слово Оксане. И она сейчас будет нам все рассказывать, вещать. Я не слышала, что так было до меня. У нас немного с опозданием там идет. Я передаю слово Оксане. И она сейчас будет нам все рассказывать, вещать. У нас немного с опозданием там идет. Так, ну что, всем добрый вечер. Давайте начнем так, с того. Поставьте мне плюсики, видно или слышно, потому что сегодня опять вебинарная комната меня почему-то не любит. Опять почему-то сегодня подтупливает. Насколько хорошо... Я так смотрю, нормально, что ли, с запозданием идет? Потому что что-то вообще. Так, видно, слышно, плюсики пошли. Все, отлично. Всем добрый вечер еще раз. Сегодня немножечко будет такой, так скажем, импровизированный вебинар. Это было желание Ильи все-таки выкинуть меня из зоны комфорта, не дать мне нормально подготовиться к вебинару. Вот, поэтому сегодня такой будет некий импровиз. Тему вебинара я узнала буквально за 20 минут до начала. Но я надеюсь, что все-таки вам сегодня понравится, потому что, в принципе, тема мне хорошо знакома. Вот, и я думаю, что мы с вами сегодня хорошо пообщаемся. Так, Оксана не видно и не слышно. Так, нет видео. Так, ребят, всем меня не видно или слышно, или только вот как-то отдельным? Если кому-то только отдельным людям не видно, вы, пожалуйста, перезайдите. Потому что вот были какие-то косяки с комнатой. Все, если все видно и слышно, тогда мы будем продолжать. Да, скорее всего, перезайдите, потому что я пыталась войти несколько раз, и, скорее всего, да. Так вот, хотелось бы начать все-таки с того, как прошло мероприятие в Екатеринбурге. Для начала хочу вообще сказать спасибо всем тем, кто нашел время и решил присутствовать на этом мероприятии, потому что... Если говорить о моем опыте в сетевом, он на самом деле не такой большой, но могу сказать, что такие мероприятия посещать все-таки нужно. Мы не говорили о маркетинге на самом деле. Маркетинг и так все знают, я думаю, все те, кто работает и зарабатывает в компании, вы прекрасно знаете маркетинг. Мы говорили о таких вещах вообще в принципе, как сетевой бизнес –
как мотивация, как выкидывание опять-таки себя из зоны комфорта, как дать себе пинка на работу. Я могу сказать, что на самом деле моя поездка туда оказалась не зря. Не зря я все-таки решила ехать спонтанно. Буквально за 10 минут после нашего лидерского зума было принято решение, что надо лететь в Екатеринбург. Поэтому все те, кто не нашел времени вообще побывать на мероприятии, обязательно в следующий раз, пожалуйста, найдите это время, потому что вы почувствуете, какой вообще заряд эмоций, какой заряд энергии вы получите просто от того, что вы пообщаетесь с лидерами, переймете какой-то опыт, лично увидите вот этого человека, зададите ему вопросы, потому что это просто нереальный движ. Если вы хотите развиваться в сетевом маркетинге, не просто так, что вы сегодня сюда пришли, отсиделись, вам что-то не понравилось и ушли, если вы хотите действительно развиваться в сетевом бизнесе, то такие мероприятия, конечно, они просто необходимы. Илья, напиши, пожалуйста, мне видно, слышно, а то что-то мне продолжают писать, что меня не видно и не слышно. Давайте еще раз с плюсиков, что ли, тогда. Быстренько по плюсикам, пока я не перешла к какой-то другой части. Оксану слышат все. Все, это меня радует, да. Ну, ребят, тогда, не знаю, тогда либо у вас что-то с браузером на самом деле, либо будете смотреть записи, потому что у меня, конечно, вроде все работает хорошо. Так вот, еще раз спасибо, конечно, Илье за то мероприятие, которое он провел. По поводу записи, ребят, запись мероприятия есть из Перми, но эта запись доступна не всем, естественно, потому что мы говорили о таких материях, которые не хотели бы на самом деле, чтобы они распространялись по сети. Поэтому, если вы являетесь партнером только нашего проекта, если вы являетесь лидером нашего проекта, хотите его двигать, тогда, конечно, да, эту запись вы посмотрите, мы ее вам скинем, либо обратитесь к своему лидеру. Если вы качаете очень много разных проектов, особенно если вы хотите зайти в Iron Matrix, с этой фразы надо было, наверное, начинать наш вебинар, что не нужно заходить в Iron Matrix. Если вы качаете очень много разных сетевых компаний, наверное, все-таки это видео вам смотреть не стоит, потому что но оно действительно только для сообщества Dream Team, для тех людей, которые двигают идею не просто так, да, как рифовод в разных матрицах попрыгали, собрали сливки и ушли. Если вы качаете реально нашу идею, а идея наша какая? Дать возможность людям жить той жизнью, которую они хотят жить. Для этого создавалось сообщество Dream Team. По моему мнению, думаю, что очень многие со мной согласны. Если вы придерживаетесь такой идеи, то, конечно, эта запись вам даже нужно ее посмотреть, потому что она прям даже... Я ее пересматривала, мне Илья ее сбросил, даже издалека она заряжает на позитив. Так, это что касаемо моего отзыва про Екатеринбург. Такие мероприятия еще будут. В любом случае будут такие мероприятия, поэтому если у вас есть возможность и желание вообще качать сетевой бизнес как таковой, обязательно находите на них время. А если вы в принципе живете в том городе, в котором проводятся мероприятия, ну тогда, естественно, однозначно вам нужно его посещать. Итак, начнем тогда с небольших новостей, которые нас ожидают в ближайшее время. Это, конечно, рулетка. Рулетка нас ждет уже с понедельника. Уже с понедельника все смогут проверить свою удачу. Точные цифры я вам называть не буду, потому что там еще программисты все это допиливают. Но в любом случае, уже с понедельника вы увидите, все это будет очень красиво оформлено. Реально, увидите себя как в казино. Поэтому, если вы хотите там посорить деньгами, попробовать свою удачу, то не в других матрицах это делайте, а в рулетку лучше зайдите на нашем сайте, на нашей матрице, все это попробуйте. Это реально будет очень круто. Причем всегда будет не один победитель, а два. Вот это мне на самом деле очень понравилось. Всегда будет два человека, которые смогут забрать свои деньги. Это что касается рулетки, с понедельника мы ее ждем. Очень много вопросов было по поводу задержки вывода Spire. Были некоторые проблемы именно с этим кошельком, они затребовали там определенные опять какие-то документы, что-то им нужно было проверить. Это все занимало 2 дня, поэтому с выводами были некие такие задержки, проблемы. Если вдруг что-то там вам прям боитесь, что вам что-то не придет, у себя в кабинете нажмите кнопочку «Вернуть деньги на баланс», они вам вернутся и сможете заново поставить на вывод. То есть с сегодняшнего дня все работает, все налажено, все абсолютно без всяких сбоев, в принципе, как работало раньше. Мы уже месяц проработали, в принципе, без всяких перебоев, но вот такая была небольшая задержка именно из-за того, что Пайер что-то там затребовал. Ребят, не знаю, почему не слышно. Я вот себя вообще слышу хорошо, вроде все остальные слышат хорошо. Давайте тогда мне в промежуточке все-таки все пишите, насколько видно, насколько слышно.
А сейчас я тебя очень плохо слышала. А, кнопки нету. Да. Вот. Ну, в любом случае, все, кто на вывод поставили, все это вам придет. Так что даже не переживайте, не надо сеять панику, которая сегодня я уже увидела в чатах некоторая паника, что все, деньги не пришли, где потерялись там мои 1000 рублей или еще что-то в этом роде. Нет, ребят, все хорошо. Не надо идти на поводу своих партнеров. Еще сегодня прочитала, что Илья же говорил, что он уберет внутрянку, Илья говорил, что он сделает еще. Пожалуйста, не ведитесь на эти провокации. Откуда у ваших партнеров, если вы лидер, может быть достоверная информация? Достоверная информация только в лидерском чате. Если ее там нет, не нужно ее искать по каким-то другим чатам и потом ее скидывать в лидерский. Вся актуальная информация всегда дается от Ильи, всегда дается на Zoom, и потом мы ее уже доводим до своих партнеров. Сразу перейду, что касается, если денежных вопросов, тоже очень актуальная тема на сегодня, 100 рублей. Абонентская плата 100 рублей. Потому что сегодня опять был поднят этот вопрос. Объяснял уже Илья в прямом эфире, что для того, чтобы сайт был на самообеспечении, для того, чтобы платить зарплату всем программистам, нужна эта абонплата. Но, ребят, 100 рублей ежемесячно, ну не такие большие деньги, да, я не понимаю просто, из-за чего опять поднимается такая паника. Вы в квартире живете, ипотеку платите, но почему-то платите еще и за квартиру. За что? Вы платите по 3, по 5 тысяч в месяц. У вас не возникает вообще вопроса, за что вы платите? Вроде бы квартиру купили, ипотеку платите, а почему вы еще платите государству 5 тысяч рублей? Ну вот у вас не возникает такого вопроса, потому что государство сказало, значит, я так должен. Здесь это была определена минимальная вообще выплата, которая нужна для поддержания сайта в том режиме, в котором он есть, для поддержания программистов и всего остального. Поэтому, наверное, уже пора закрыть эту тему, просто ежемесячно 100 рублей заплатить, по-моему, на самом деле не такие большие деньги, насколько я вижу. Так, слышно, кому-то слышно, видно, кому-то не слышно, не видно. Ребят, ну тогда смотрите запись, если что-то будет не видно, не слышно. Насколько я вижу, если Илья пишет комментарии, значит, он меня нормально слышит и видит, поэтому... Ну да, если не можете позволить 100 рублей, действительно, как бы, ребят, ну смешная сумма, это не 1000 рублей в месяц, это не 10 тысяч рублей в месяц, это каких-то 100 рублей, вы на сигареты, кто курит, тратите больше. Поэтому, по-моему, давно уже пора эту тему закрыть, понять, что если вы хотите, чтобы сайт работал хорошо, не так, как предыдущие матрицы, да, которые соскамились, потому что программисты не могли наладить свою работу, потому что им бабки не платили. Если вы хотите, чтобы все работало хорошо, чтобы программисты были хорошие и хорошо содержали наш сайт, ну, наверное, 100 рублей достать из своего кармана, тем более даже не из своего, из заработанных денег, то, в принципе, я, наверное, закрою эту тему. Вот у меня была просьба от некоторых моих людей, у которых там команды начали бунтовать. Я, наверное, сказала все, больше эту тему даже поднимать не хочу по поводу такой суммы. Так, это что касается таких именно денежных вопросов. Дальше, что касается Евроматрицы. Она уже готовится, она уже в разработке, уже готов дизайн. И, в принципе, где-то к 1 декабря она уже будет готова. То есть, если кто-то не успел еще заработать на рублевой как минимум 300 тысяч, то, в принципе, к 1 декабря еще времени достаточно для того, чтобы все это заработать и войти в Евроматрицу. Потому что все эти суммы, которые вы зарабатываете здесь, в Евроматрице можно будет сделать X2, X3, даже больше. Столкнулась с тем, что некоторые лидеры в принципе не доносят информацию по поводу того, что есть, так, будет такая штука, как Евроматрица. Я надеюсь, что сегодня меня услышат все. От нашего сообщества, это будет наша матрица, да, это не значит, что рублевая перестанет работать, нет, это просто будет отдельная евроматрица, просто которая будет нацелена на другие рынки, на Азию, на Европу, то есть больше туда. Если рублевая работает хорошо в России, то как бы Европа, Азия, Америка в России очень хорошо работать не будет, да. Единственное, в Евроматрице не будет бонусных матриц, потому что как-то они что-то не особо хорошо зашли, далеко не все почему-то поняли их выгоду. На самом деле, в своем первом вебинаре я вообще в слайдах прям вот все подробно в картиночках показывала, как работают бонусные матрицы, какая с них выгода. То есть один раз, допустим, 1000 рублей вложили, все, больше вы ничего не вкладываете, просто постоянно вы будете зарабатывать деньги. Но почему-то это зашло не всем. Если это не зашло русским людям, то в Европе, наверное, это будет заходить еще сложнее. Почему-то, к сожалению, вот Илья решил так, что если русские не поняли, то европейцы точно вряд ли это поймут. Поэтому, чтобы не заморачиваться, бонусных матриц там не будет. Там будут только обычные матрицы.
но с довольно-таки тоже интересным маркетингом. Все это будет разработано, все это будет запущено уже к 1 декабря. Так что у вас еще есть время нормально заработать, чтобы Гребра-матрицу стартануть. Еще раз напоминаю, к 1 декабря, ребят, готовьтесь. Услышьте меня, пожалуйста, чтобы больше потом тоже не задавали вопросы, да, что такое Евроматрица. Все, что гуляет на просторах сети сейчас, все матрицы, которые сейчас запускаются, долларовые, евро, это не наши матрицы, тоже мне поступали такие вопросы. Кто-то решил вообще, что Iron Matrix это наша тема, это не наша тема. А кто туда как бы хочет, правильно ли я сказал, кто хочет ехать в дуб, пожалуйста, въезжайте в этот дуб. А, не жалко на самом деле. Просто ни одна матрица, да, она не сравнится с нашим маркетингом, который у нас есть, ни одна матрица на рынке не выживет. Хотите проверить, хотите потратить деньги – потратьте, порифовойте, вернетесь обратно, будем очень рады вас видеть. Но как я начал презентацию в Екатеринбурге, я могу сказать то же самое, потому что я своему куратору доверяю. Не надо туда переться, ребят, не надо никогда распыляться вообще в принципе на несколько проектов, тем более матричных. Я понимаю, если вы качаете матрицу и продуктовку, там, матрицу и бинар, но качать сразу несколько матриц я смысла в этом не вижу. Не знаю, как вы меня вот там на днях пытались там чуть ли не камнями закидать, по поводу того, что я открыто сказала свое мнение по поводу Iron Matrix, ну, хотите, идите. Я высказываю свое мнение, как бы оно мое, и я думаю, что в скором времени все в этом убедятся. Так, ну, в принципе, да. Илья мне сегодня субтитры делает моего спича в письменной форме. Илья, я все правильно говорю? Может, какие-то вопросы, дополнения у тебя возникают в ходе моей беседы? Ты меня слышишь? Да. А, я сегодня просто молчаливо будет говорить «да». Так, по поводу рулетки я вам сказала. Хочу затронуть сегодня тему. Не в этом ключе, хочу ее просто затронуть. Есть такая тема, как сборники. Сейчас очень активно она гуляет по интернету. Есть разные стратегии входа на самом деле, ребят, да, кто-то решает заходить отдельно по матрицам, кто-то решает заходить в сборники. Я не могу сказать, что я прям дико против, ну, где-то, может, в глубине души, да, я дико против, потому что это реально просто обесценивает наш маркетинг, но что я хочу сказать, если вы пришли в сетевой конкретно заработать, я думаю, сборники это не для вас. Если вы пришли в сетевой посидеть и заработать максимум 1010 рублей и считать на этом, как бы, что это вообще предел мечтаний в матрице, и то, когда до вас дойдет очередь в сборники, заходите. Когда в моей команде поднялся вопрос о том, что нужно, наверное, организовать сборник, я резко сказала, что я этого делать не буду, потому что я пришла в сетевой зарабатывать. Зарабатывать честно. Не за счет рифоводства, не за счет сборников, не за счет еще чего-то. Я пришла сюда зарабатывать честно. И пусть у меня структура будет расти медленнее, там клонов будет вылетать меньше, но я таким заниматься не буду. Кто-то считает это правильным, да, что сборники это правильно. По моему мнению, сборник, это, допустим, брат с сестрой скинулись, купили руби. Сборник. Почему нет? Потом деньги попилили как бы между собой, остались каждый доволен. Я просто наблюдала, в хайпах это называлось пулы. Пул лидер собрал, взял себе какую-то эмку, какой-то статус, замечательно все, а все остальные как бы ждут, когда до них дойдут выплаты. Я это все наблюдала, я и в хайпах этим не занималась, потому что я этого не понимала на самом деле. Здесь это называется сборник. Но когда, простите, я увидела в Рубе, собираю сборники по 40 рублей, ну, ребят, ну, наверное, это прям полное обесценивание уже маркетинга. Но это, опять-таки, это лично мое мнение. Поэтому, если вы пришли в сетевой именно зарабатывать деньги, вот как на этом слайде написано, если вы прониклись идеей сетевого маркетинга, то вам не сборник нужен, вам просто нужно разобраться в маркетинге, вам нужен грамотный лидер, который вам покажет, как нужно здесь работать, какие деньги здесь можно зарабатывать. И нужно идти вперед. Но если вы действительно в сетевой пришли работать, если вы поняли, что такое сетевой маркетинг, как он устроен, как он работает, вот что вам нужно. Просто грамотный человек, который вас возьмет за руки и поведет вперед. Потому что в сборниках, как бы уж простите на самом деле, зарабатывают хорошо лидеры за счет ревки. Поэтому я сразу сказала, говорю, ребят, вы мне хотите денег в карман положить, да, когда мне предложили сборники собирать? Мне это не нужно, я их зарабатываю сама честным путем на самом деле. Мне не нужно как бы с вас лишнюю копейку поиметь.
Потому что кто хорошо зарабатывает? Кто-то будет отгребать ревку. Ревка хорошо идет, ничего не могу сказать. Если собрано 10-20 сборников, конечно, прекрасно подойдет, пойдет ревка лидеру. Но, как я и сказала, каждый выбирает свою стратегию. Что касается основных стратегий входа, то я замечаю, что очень многие заходят только в амбер. В амбер, на самом деле, я рекомендую заходить, если вы просто пришли еще новичок в матрицах, вы ничего не понимаете, не понимаете, как это все будет работать, конечно, лучше зайти сначала только в амбер, посмотреть, что такое переливы, что такое клоны, как вообще идет расстановка в матрице, потому что, когда я пришла в глобал, я думаю, ни для кого не секрет, мы многие там были, я туда зашла просто на шару, просто поржать, я не верила, что вообще 600 рублей можно зарабатывать деньги. Я зашла вот на минимальную, так скажем, ставку, просто посмотреть, как это работает, потому что до этого у меня была золотая матрица, там все было устроено совершенно по-другому. Здесь, когда я увидела реально, как это работает, что есть клоны, есть переливы, есть какая-то поддержка сверху, конечно, я уже потом пошла на более высокие матрицы. Поэтому, если вы зашли новичком, да, заходите на Амбер, смотрите, тестируйте, пробуйте, но потом, конечно, переходите на Эмеральд. В Руби не советую сразу лезть. Объясню, почему. В Руби нужно идти работать. В Руби людей гораздо меньше, там будет гораздо меньше переливов, там будет гораздо меньше клонов, чтобы у вас не возникало постоянно вопроса к своему спонсору, где мои клоны-переливы. Поэтому в Руби, конечно, лезть сходу не стоит. Не нужно даже, я вот слышала, люди кредит берут, чтобы лезть в Руби. Ребят, не нужно, вот действительно, в матрицах вы и так нормально заработаете без всяких кредитов. Брать кредит, чтобы войти в матрицу, ну это на самом деле бред, когда здесь вход минимальный 400 рублей. Поэтому зашли аккуратненько в Амбер. Если вы новичок, посмотрели, прощупали, перешли на уровень Эмеральд, там уже разогнались, нормально заработали денег, построили структуру, готовую работать, и уже только потом перешли в Руби. Я рекомендую всем работать вот так, потому что накупить сразу всего можно, я не спорю, можно сразу купить Амбер, Эмеральд, Руби, да, благо сейчас Руби доступен для... доступен только для тех, кто Эмеральд прошел. И с какой-то стороны это было правильно, потому что в Руби собрались только те, кто хочет работать, кто действительно понял идею сетевого. Но сейчас, когда он доступен для всех, не нужно сразу туда торопиться. Да, там деньги великолепные, там деньги просто шикарные вам будут идти, но если у вас нет команды, с которой вы туда готовы зайти и поработать, ну, делать там, к сожалению, пока вам нечего. Вот. Ну, Илья, давай, наверное, пока передам слово тебе, пока немножечко попью водички, в конце тоже еще подключусь, будет пару слов. Давай, давай. Так, хорошо, я у тебя звук отключаю тогда. Я себя не слышал. А меня как слышно, видно вообще? Дайте обратную связь. Нормально слышно, видно? Плюсики там ставьте, либо 10, либо напишите, что слышно, видно. Но я думаю, так слышно, видно. Так, все. Итак, друзья, по поводу тех сообщений, которые сейчас наши дорогие партнеры, наши дорогие инвесторы, как их там называют, вот, дают мне советы и советы команде программистов, как лучше сделать. Настолько ценных советов я не видел, наверное, очень давно. Друзья, я вам просто даю от себя совет. Если вы не разбираетесь вообще в построении матричного маркетинга, если вы не разбираетесь в слове программирования, то, конечно, можно взять и дать совет. А давайте сделаем процент с Амбер, давайте сделаем процент с Эмеральд. Оксана, отключи у себя звук пока что. У тебя фонит, эхо. Сейчас Оксана отключит, а давайте я ее пока уберу. Оксана, включи у себя звук пока что. У тебя фонит, эхо. Уберите. Сейчас Оксана отключит, а давайте... Ладно, я сделаю вот так вот. Я, Оксан, тебя отключу и потом включу. Окей? Ты следи за чатом. Вот, сейчас должно быть нормально. Поэтому, друзья, наберитесь немножко хотя бы компетенции.
в вопросе о том, как строить матрицу, как менять маркетинг. Вообще все вот эти вот советы, особенно тех людей, которые некомпетентны, я просто добавляю в ЧС. Потому что доказывать что-то, советы не по делу, вообще даже рассматривать не хочу. Ну честно, времени нет. Я программистам, если это скину, это вообще будет смех на палке. Понимаете? Ну, то есть какие-то советы, давайте процентовку, давайте склонов сделаем. Нет, склонов не надо, давайте сделаем для всех единожды. Сделали для всех единожды, давайте теперь сделаем процент. Как ни крути, найдется человек, который будет говорить, что вот абонентская плата его не устраивает, давайте как-нибудь перевернем так, чтобы с тех, кто зарабатывает больше, бралось больше. Вот я очень это не люблю. Сделали по-простому для всех одинаково. Как бы это звучало, не дерзко, агрессивно, но для всех одинаково. Начинаешь работать в матрице, условия для всех одинаковы. Понимаете? Для всех одинаковые условия. Поэтому я настоятельно рекомендую, если уж вы даете какой-то совет, разберитесь, что такое матричный маркетинг, что такое программирование, хотя бы немножко, чтобы вы имели представление, насколько сложно менять программу маркетинга, менять программу начисления бонусов, списания бонусов. И на вопрос, кстати, который задали вопросники, а пускай типа списывается автоматически, я не хочу, чтобы списывалось автоматически, потому что это будет опять масса людей, которые будут говорить, я не хочу платить, с меня списали. Понимаете? Вот вы добровольно нажимаете кнопку «Да, хочу», тогда все идет. 100 рублей – смешные деньги. 1200 рублей в год – вообще смешные деньги. У меня вообще вопрос, дорогие друзья, которые задают вопрос по поводу абонентской платы. Вообще у вас все хорошо? Извините за агрессивность и такой, ну, такую напористость. Просто накипело немножко. У вас все хорошо? 100 рублей. Вы говорите 100 рублей. Если вы зашли в матрицу и говорите, что 100 рублей абонплата это много, и вы ее не потянете, что тут вообще можно делать? Что в этой матрице вы собрались сделать? Мне интересно. Если вы купили аккаунт Ember, ну, допустим, один, и больше работать не хотите, считайте, что вы 400 рублей на ветер выкинули. Я могу сразу сказать, вы еще и 400 рублей на ветер выкинули, помимо 100. Поэтому этот вопрос закрыли и больше к нему не возвращаемся. Давайте теперь поговорим немножко о тех моментах, которые зачастую не оглашаются, допустим, на некоторых презентациях и вебинарах. Самый главный момент – это приглашение, да? Про приглашение все говорят очень, ну, говорят много, но говорят завуалированно и не дают конкретных указаний к действию. Все говорят о том, что нужно делать посты, все говорят о том, что нужно делать прямые эфиры, еще что-то. Друзья, не в постах дело, не в прямых эфирах дело. Секунду. Не в прямых эфирах. Все дело в отношении к сетевому бизнесу. Понимаете, в отношении. То, что вы сделали посты и для галочки поставили себе, что я это сделал, и теперь я жду, а потом я напишу Илье, почему ко мне никто не идет, я вроде все делаю по шаблону. Да душу, наверное, не вложили, не разобрались, не захотели, не пожелали этого искренне. И при этом вот сделали только для того, чтобы поставить галочку. Друзья, сетевой бизнес – это не для всех, я вам сразу скажу. Сетевая движуха – это очень огромный труд. Труд именно вот умственно-моральный, такое, знаете, как бы вы тратите очень много энергии для того, чтобы объяснить. 10, вот 10 человек стоит, и вы каждому одно и то же, но по-своему. Каждому одно и то же, но по-своему. Потому что каждый человек воспринимает по-разному информацию, вы должны под него подстраиваться. Согласен. Так, дальше. Есть статистика. Друзья, я вот настоятельно рекомендую вам взять, посмотреть Аркадия Шарова. Взять и посмотреть старые сетевые записи всех сетевиков вот этих вот разных с продуктовых компаний. Знаете, вы что там увидите? Увидите много чего. Я знаю, чего вы не увидите. Вы не увидите постов, вы не увидите прямых эфиров. Вы не увидите Инстаграма, вы не увидите каких-то там лайков, комментариев, вы не увидите. Вы увидите огромные структуры, вы увидите массу звонков, вы увидите массу живых встреч, вы увидите команду, как этот кулак сплоченный, а не вот такую вот шалтай-болтай. Оттуда надо брать пример, оттуда я даю информацию. Забытое старое – это и есть фундамент сетевой, фундамент. Для людей, которые называют себя матричниками и в пяти матрицах сидят, это рифоводы.
Рифовод. Чем отличается от сетевика, друзья? Давайте я вам по факту расскажу. Рифовод – это человек, который заводит свою команду, собирает сливки и уходит в следующую матрицу. Ему не хочется ждать. А знаете, почему не хочется ждать? Потому что он собирает до 100 тысяч рублей с одной матрицы, живет на эти деньги 2 месяца, через 2 месяца переходит в следующую матрицу. Расклад простой вообще. Все. Он не выжимает потенциал со всей матрицы. Он не способен это сделать, потому что не способна сделать команда. А не способна сделать команда. Почему? Все потому, что человек не умеет правильно строить бизнес командный. Почему человек занимается больше рекрутингом входящих? Объясняю. Потому что человек не хочет тратить время на исходящий. И тогда фундамент будет как раз-таки строить его входящие. Понимаете? Не он строит исходящими. Не он строит себе фундамент, а строят ему непонятные люди входящего трафика. И заходят они в основном на минималку. Ну неужели вы думаете, я бы доверился человеку на 2900, которого я вообще не знаю? Конечно, я зайду на 1200, на 400. Еще буду трепать ему мозги недели две о том, где мои деньги или как мне приглашать. А он будет там мне скидывать 1000 000 роликов. И как бы сомнительное такое времяпрепровождение при построении бизнеса. Поэтому, друзья, обращаю ваше внимание, если вы хотите качественно строить сеть, хватит ныть, берете старую школу MLM бизнеса, на нее накладываете или не накладываете свою мотивацию, желание, если таковая имеется. Оно имеется, когда у вас нет денег, и нет вариантов, и нет выбора, понимаете? И у вас просто нет других вариантов. Все, вы идете и изучаете, и пробуете, и это будет 100% работать, потому что есть статистика. Голая статистика. Цифры не врут. А статистика такова. Сейчас я вам покажу. Статистика показывает, там следующий слайд будет. Статистика показывает, что из 100 звонков, из 100 приглашений, 95, если вы получили отказов, это нормально. Потому что 5 человек, которые заинтересованы в вашем бизнесе, двигаться с вами, приведут потом 95 человек. Запомните эту статистику. Это нормальная статистика. Из 100 человек 10-5 человек заинтересованы, и из них 2-3 человека, которые будут строить бизнес. Вы должны привыкнуть к отказам. Вот этот слайд четко показывает отказы, с чем их едят. Их не надо бояться, их нужно просто принимать и не спорить с людьми. Не заканчивайте разговор со своей точкой зрения, не доказывайте, не навяливайте свою точку зрения. Тогда вы отрезаете мосты, обрубаете, по которым человек может к вам вернуться. Ему приходится потом ставить лайки и говорить, блин, вот написал бы я ему, ну как бы уже не очень разошлись, поставлю лайк. А вы в меру своего эгоцентризма не будете ему тоже писать. Потому что поругались, потому что были не услышаны оба. Расставаться с людьми надо на нормальной ноте. Это мой вам совет. Им проще будет к вам потом вернуться, и вам будет проще начать с ними диалог. Не забывайте, что каждый отказ – это потенциальный клиент. Ну, в принципе, вот и статистика, про которую я говорил. Из 100 человек. Михаил Евстигнеев. Прикольно, я нужен. Прикольно, запятая, я нужен, наверное. Это вопрос. Наверное, нужен – это тебе решать, Михаил, нужен ты или нет. Тебе вообще, если заработок в сети нужен, тебе, если возможность для самореализации нужна, то ты в нужном месте, в нужное время. Друзья, кстати, хочу сказать огромное спасибо Оксане. Она осветила очень много разных новостей компании. Вот. Правильно осветила, грамотно. Я думаю, у человека есть все перспективы занимать топовые позиции по спикерству и в компании. Поэтому доверяю этому человеку непосредственно новостной фон компании и проведение вебинаров и обучение спикеров. Михаил, если ты задаешь этот вопрос, я тебе настоятельно рекомендую выйти тогда с комнаты и на такие вопросы спросить самого себя, подойдя к зеркалу. Честно. Ну, не буду тебе сейчас придумывать какие-то истории, уговаривать, сможешь, братан, давай, все будет классно. Выключи ноутбук, закрой компьютер, подойди к зеркалу, спроси. Потом подойди, если у тебя есть супруга, либо дочка, спроси у нее. Я думаю, этого будет достаточно. Ответишь на этот вопрос, вернешься, и все будет классно. Далее. Вот о дневном плане, место постов, я рекомендую задуматься гораздо... Нет, я не злюк, я тебе просто говорю правду для того, чтобы не тратить время. Ты думал, я с тобой буду вот так вот там в неженки играть? Нет.
я не люблю этого делать, я уже устал от тех людей, которые на самом деле просто тратят время для того, чтобы их убаюкали, успокоили, погладили по голове, все будет классно, здорово. Друзья, когда мои лидеры, когда я, мы сидели без денег, никто нас по головке не гладил. Брали, пробовали, и так постепенно строили команду. Будет запись. Нужны инструменты для грамотного диалога. Я вам показываю, нужен план. Нет никакого диалога, Светлан. Нет никакого диалога. Я вам рассказываю пример. Смотри. Это матрица, да. И скоро выйдет четвертая матрица. Братья Вачовски снимают. Смотри, Светлан, я подхожу к тебе и говорю: привет, неудачница. Нормальный диалог начинаю. И после этого я говорю: я сам неудачник, привет, и держу тебя за руку. То есть мы оба неудачники, мы теперь хотим быть удачниками и строить этот бизнес вместе. Быстро разбавляешь сразу же эту беседу. Можешь начать с агрессии, но ты должна, если предлагаешь человеку, ну, точнее, не предлагаешь, если ты человека, так сказать, тыкаешь носом в лужу, то ты сама должна тыкнуться в эту лужу носом и сесть с ним рядом. Тогда человек почувствует себя защищенным, в комфортной зоне, даже если он находится в грязи. Понимаете? Это как бы лайфхак, который я сказал на презентации вот в Перми. Там лайфхаков таких много было. Я не буду сейчас шаблонировать, чтобы вы не копировали, вы не сможете копировать с душой, потому что это мое творчество. Вы должны свое творчество делать. Вы должны по ситуации ориентироваться, по ситуации. Человек бывает разный. Подход к каждому разный, и он интуитивный, импровизированный. Главное, чтобы от души. Продукты в магазине можно будет покупать, если деньги в матрице заработал. Любые продукты, особенно там, вообще любые, короче. Михаил, много задаешь вопросов, вот честно, не по делу вообще. Я так понимаю, у тебя мотивации не особо нет. Если у тебя все нормально, холодильник битком забит, если у тебя есть работа, матрицы вообще тебе не нужны, все будет классно. А всем рекомендую не пренебрегать планами, которые можно строить на неделю и на день. Потому что это будет ваш опорный план, который будет помогать вам добиваться цели. К примеру, я хочу зарабатывать 100 тысяч рублей. Что для этого должен делать? В месяц, да? Потом, я должен зарабатывать, ну там, хочу... Среднее, это такой премиум, да, или максимум, там, не знаю, 300 тысяч рублей. Что мне для этого нужно делать? По вашему мнению, список, вести вебинары, стать спикером, стать топ-лидером, делать 100 встреч, т-т-т-т-т-т-т. То есть, прям вот так вот. И последнее, там, зарабатывать миллион в месяц. И что я для этого должен сделать? И ставите цели, планы и промежуточные точки. Вот и все. Продукт самый важный, нужен всем, это деньги. Саня, ты совершенно прав. Деньги – это билет Банка России, который является самой ликвидный на территории России, как и доллар, допустим, да, там или какой-то еще фунт стерлинг валютой. Я хочу 100 миллионов. Если ты хочешь 100 миллионов найти, не забывай, что человек, у которого есть 100 миллионов, намного больше не хочет их потерять. Горькая правда, я тебя хочу огорчить, Михаил, поэтому тебе придется их зарабатывать. Погнали дальше. Важно. Можем заработать. Конечно, можем заработать. Можно и 200 миллионов заработать. Но для этого нужно перестать задавать вопросы и нужно начинать уже что-то делать. Вот пока я рассказывал про план, ты бы мог уже его начать делать. Саня Туманов, смотри, я тебе могу дать просто рекомендацию. Не менее 30 приглашений в день. От 15 до 30. Вот, ну, пускай даже так, от 15 до 30 в меру своей занятости. Я, понимаете, говорю, почему 30? Это если я не работаю. Я проснулся в 12 часов дня, я покушал, точнее, пообедал. Сажусь и начинаю работать. Все. Сажусь и начинаю работать по приглашениям. Мне хватает до вечера времени, чтобы полностью охватить 30 человек. Понимаете? Поэтому бан ВК, бан... Окей, Сань, да берешь телефонную книжку и смотришь, ты можешь нажать на человека. У многих контакты указан номер телефона, берешь и звонишь. А вот вопрос о том, что тебе уже некомфортно звонить человеку незнакомому, это уже другое. Если у тебя такого дискомфорта не возникает, звони и напрямую разговаривай. Людей вокруг нас масса, друзья, давайте не будем говорить, где искать людей. У меня есть партнеры, которые просто раскидывали визитки, флаеры какие-то на машинах, как так же, как и делал я. Вопрос в желании. Значит, ты не работаешь. Инструменты для использования веб-ресурсов очень много сейчас приглашений, куда больше. Понятно, что
здесь очень важно использовать те соцсети, про которые я говорил сейчас, ну, что это не панацея. Это вам просто подспорье, друзья, для поиска контактов. Вы не берете телефонный справочник городской и звоните. У вас есть соцсети, где вы видите человека, можете посмотреть его, характеризовать портрет хотя бы немножечко и уже начать диалог. Намного проще. Поэтому это не панацея, это вам подспорье. Используя различные инструменты для привлечения людей, но лучше звонка и встречи еще ничего не придумали. Об этом я уже говорил неоднократно. Неоднократно. Напишите свой телефон, я буду в магазине, позвоню вам, вы людям расскажете. Все, Мих, короче, давай, завязывай. Мне интересно уже читать. Любой бизнес не может считать без человека. Друзья, запомните это раз и навсегда. Либо бизнес делается для людей, то есть консервные банки, роботы собирают, они их для людей. То есть конечный потребитель – это человек. Без него он не принесет деньги, бизнеса не будет. Есть бизнес, где люди работают вместо роботов. Есть автоматизированная система, там сборки машин, к примеру, есть ручная. То есть не забывайте, либо с людьми работает бизнес, либо для людей. Ну, то есть вот. И может быть и то. Будьте честными и уверенными. Вот этот слайд очень важный. Открытыми людьми и людям, и всему миру. Но не позволяйте всем и каждому тратить ваше время напрасно. Что, в принципе, сейчас показывает нам Михаил. Вот он может тратить время, задавать какие-то вопросы. В укор, Михаил, я тебе ничего не говорю. Я тебе говорю по факту, что ты сейчас делаешь. Я не буду позволять занимать свое время твоими вопросами, потому что ты знаешь на них ответы, ты просто хочешь, чтобы тебя немножечко поддержали, может, еще что-то. Ты и так все знаешь, ты задаешь немножечко не те вопросы. Вопросы надо задавать такие. Когда я могу уже приступить к работе? Что мне для этого нужно сделать? И номер телефона куратора тебе срочно нужен. Все, тебе больше вопросов никаких. Когда можно приступать? У тебя самый главный вопрос. Да нет, Миша просто, мне кажется, первый раз столкнулся с какой-то такой компанией и думал, здесь тут буду рассказывать о том, как миллионы сразу зарабатывать. Я буду рассказывать о том, как правильно начать себя позиционировать в данной бизнес-среде. Не забывайте, что время – это самый ценный ресурс, друзья. Самый ценный ресурс. Не деньги, даже не здоровье, а время. Приступать надо вчера, совершенно верно. Используйте все. Любую возможность, любой контакт, звонки, встречи, голосовые, смс, видеообращения, скайпы, даже случайные встречи, они могут быть не случайными. Зная законы эзотерики, жития-бытия, вы прекрасно понимаете, что случайности у нас не случайны. Если ничего не видно, не слышно, значит, Вселенная говорит вам, что эта информация вам сейчас не нужна. Либо проверяет вас на упертость. На то, насколько важно для вас услышать эту информацию, вы будете перезагружать, искать возможности. То есть вот два типа людей. Кто-то будет жаловаться, мне не видно, не слышно, а второй будет просто пробовать, достанет компьютер, телефон, другой браузер, почистит кэш, найдет в Ютубе ролики, как быстренько запустить в Proof.me. Понимаете? Два типа людей. Действия и вопросы. Кто-то вопросы постоянно задает и винит всех, что он подскользнулся. У него виноват дворник, у него виноват человек, который... там пролил воду и там замерзла, у него виновата погода, у него виноваты производители обуви, но не он сам. А есть человек, который подскользнулся, оттряхнулся, он никого не винит, он дальше пошел, он торопится. Понимаете? Запись будет. Далее. Самый первый контакт, самый важный. Это самый важный контакт, первое впечатление, даже не по одежке. О том, какое впечатление вы произведете, скорее всего, такой образ и создаться у вас, у человека. Поэтому это важно. Будьте открытыми и искренними. Учитесь у детей. У детей учитесь, потому что это искренние такие существа, которые без корысти, без всего говорят, как есть. Радуются, как есть. Плачут, как есть. И они не скрывают своих эмоций, и это ценно. Научитесь хотя бы радоваться искренне. Не скрывать своих эмоций. Если человек вам понравился, подойдите и скажите, слушай, ты такой классный парень, ты мне понравился. Или ты такая классная девчонка, ты мне понравилась. Можно я с тобой поговорю на тему бизнеса? Почему именно ты? Ну, потому что понравилась ты мне. Ну, мне было бы приятно с тобой общаться. Ну, подойдите, это не вульгарно. Уберите вульгарщину, к которой вы все так привыкли, там, я не знаю, в клубах или где там. Научитесь просто улыбаться людям. Научитесь вот хотя бы устанавливать первый контакт. И все, все будет классно. Раскрепощенность, открытость
и уверенность. Вот эти качества дадут вам свободу, в которой с легкостью вы можете даже установить первый контакт с инопланетянами. Ну, честно. Если с инопланетянами устанавливать контакт не с оружием, как у нас это обычно военные делают в фильмах, а вы просто подойдете и обнимете его, если, конечно, вы не боитесь, да, то, поверьте мне, у вас никто убивать не будет. Ну, это парадокс, но это так. Потому что любая сущность, тварь в космосе, на Земле, во Вселенной знает, что такое истинное добро, знает, что такое истинное зло. И это никому объяснять с рождения не надо. Если ребенка ущипнуть больно, он будет кричать. Если его погладить, он кричать перестанет. Ему не нужно объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Далее. У нас осталось 3 слайда. И после этого мы дадим Оксане слово. Не забывайте, опять вернемся к теме об отказах, что каждый отказ, возможно, это ваш будущий партнер. И как вы начнете с ним диалог, как закончите, даст вам, ну, либо даст возможность партнеру этому стать вашим партнером, либо он уйдет под какого-то другого человека, потому что ему будет стыдно к вам возвращаться, может быть, он вам наговорил гадости, или вы ему. У меня просто такие ситуации были. Но о них вы уже не узнаете, просто человек к вам не вернется. Всегда учитесь у лучших, вот совет. Но не используйте это за панацею. Даже мои слова не нужно использовать за панацею, тем более их копировать. Не стоит этого делать, потому что не то чтобы у каждого своя правда. Я человек творческий, у меня прет изнутри. Я это говорю, знаете, как вот без обработки вот здесь. Это просто идет. Это, ну, не получится копировать. Возможно, взять за основу и наложить свое. Да, это правильно. И потом придумать свое посредством получения опыта. Правильно. А создавайте и обрастайте уникальностью своей, которая вам по душе. Может быть, сетевое это не ваше. Может, говорю, ваше это на скрипке играть, музыку писать, картины рисовать. Может быть, сетевое это как подработка. Признайте самому себе, что вам нравится. И научитесь наконец-таки себя слушать, и тогда будет вам счастье. Если человек нравится, я так и говорю. Это здорово. Не бойтесь менять методики приема, которые вы используете, и никогда не цепляйтесь за тех, кто не стремится к росту. К сожалению, это факт. Люди будут часто говорить, что, там, например, Оксан, ты изменилась, у тебя появились деньги, и ты резко перестала с нами общаться, ты изменилась. Наверное, деньги людей портят. На самом деле у вас нет времени, на самом деле вы общаетесь немножко с другими людьми, на самом деле вам неприятен тот фон, который несет человек, который не стремится к росту. У него деструктивный маятник. И он вас раскачивает в свою сторону. И как ни крути, вы не хотите его обидеть, не хотите посылать, вы просто абстрагируетесь с него до момента, пока он сам не осознает, что, возможно, стоит двигаться с вами. И тогда он поймет, попав в эту секту, да, в эту секту так называемую, вот почему так происходит. Вот почему вы не общались с ним какое-то время, не уделяли ему внимания. То, что человек вгонял вас постоянно в деструктив. Александр, сетевой не для всех, я тебе сразу могу сказать. Подожди, но я знаю очень много людей разных, косвенно знаю, которые миллиардеры, миллионеры, они не связаны никак с сетевым бизнесом. Они тебе скажут, дружбан, ты занимаешься детскими какими-то шалостями, играми. Понятно, что он тоже был когда-то, может быть, на мели, и он начал совсем с другого, может, он начал с традиционного бизнеса, тоже с нуля. Это дорогого стоит, ребят. Это дорогого стоит, и сетевой это тоже не панацея, просто сетевой это самый простой путь к построению карьеры, к финансовому благополучию, с которого вы можете уже плясать дальше. Это трамплин. Это самый простой вариант, не нарушая закон. Кормить будут. Тебя конкретно, Михаил, накормят вообще. Главное, что пожирение не получил. Далее. Ну и фокус, друзья. Фокус. Фокусируйтесь на одной компании, фокусируйтесь на двух компаниях, как хотите. Я вам так скажу. Матричники, так называемые, которые фокусируются на 5 компаниях, результат делите на 5. Если вы хотите нормальный результат, если вы хотите чеки по 600, по миллиону, по 2 миллиона, о какой расфокусировке вы говорите? Я уверен, что те рифоводы, которые, а не побоюсь это слово рифоводы, которые просто бегают по матрицам, срубать чисто на жизнь, они даже в руби не зайдут, а если зашли, то особо движений там не увидят. Это законы вселенной. Если ты расфокусировался, ты не получишь концентрата. Сок не выжмешь с апельсина вообще. К сожалению, так, получишь разбавленный сок, купишь в магазине. Итак, друзья, я сейчас приглашаю опять Оксану. Вебинар у нас еще продлится минут 5.
Я думаю, вопросы, на вопросы я все ответил. Вот. Сейчас, секунду. Угу. Оксана ставит еще в свои 5 копеек. Она имеет на это право, так как она у нас доверенное лицо компании. Я на этом заканчиваю. Хочу поблагодарить вас за то, что вы потратили свое время, драгоценное время, целый час. Прошу прощения за то, что по платежам, по выводам у нас была небольшая задержка с Payeer. Вот, как решили вопрос, сразу же наладили очень быстро вывод, и у многих все пришло. Вот, и прошу прощения, что мы немножечко задержали наш вебинар, просто потому что первый раз мы начали дублем идти вместе. Вот, так что передаю слово Оксане, она завершит этот вебинар. С вами я прощаюсь. Мне очень приятно, что комната собрала 260 почти человек. Надеюсь всех увидеть в реале. Планирую посетить города. Планирую, но это не значит, что еще полечу. Самара и Ижевск. Там я проведу также такие интересные мероприятия по самореализации, по достижению целей. На таких мероприятиях вы узнаете, как можно разжечь в себе огонь мотивации, как можно разжечь огонь мотивации ваших партнеров. Вот, и честно вам скажу, такой информации вы нигде не услышите. Знаете почему? Потому что я не обучаюсь ни у каких коучев и не смотрю никакие спикеры-вебинары. Я это просто беру, вот, я сидел в самолете, взял листок и просто писал. Просто писал мысли о том, как можно развиваться, как можно двигаться, сравнивал макро и микро и проводил параллели для того, чтобы правильно доносить информацию до вас, чтобы вы четко понимали меня, чтобы вы четко понимали себя. Это самое важное. Поэтому спасибо еще раз всем. Желаю всех больших, больших чеков, больших уверенных в себе команд, четкого фокуса на одной цели. И желательно на одной компании. Я не говорю за нашу конкретно компанию, я говорю на одной компании. Если вы выбрали качать Iron Matrix, то, пожалуйста, качайте только его. Если вы выбрали качать золото, то качайте только его, потому что это фокус. Не бегайте, не мешкайте. Человек, который из очереди в очередь обычно перебегает, не попадает ни в одну, ни в другую, становится самым последним. Выбрали, качайте. Но я просто даю вам советы, а если вы ими пренебрегаете, уважаю. У вас есть, значит, свое мнение, и, возможно, вы знаете чуть больше, чем я, либо у вас внутреннее чутье подсказывает, что там правильно. Но я даю советы, основанные на добродетели, и поэтому те, кто меня знают, прислушиваются. Но, опять же, это не панацея. Все, друзья, спасибо всем большое. Оксана, тебе слово. Я даю советы, основанные на добродетели, и поэтому те, кто меня знают, прислушиваются. Но, опять же, это не панацея. Все, друзья, спасибо всем большое. Оксана, тебе слово. Ну, наверное, все основные вопросы мы сегодня осветили. Я уже все-таки закончу вебинар. Просто хочется дать пару советов от себя. Я эти советы также взяла от Ильи. Первый, конечно, это не нужно бояться выходить из зоны комфорта. Вот честно, работа по исходящим контактам для меня была выходом из зоны комфорта, потому что 2 года назад я работала стабильно на входящих, на постах, это давало очень хороший результат. Сейчас немножечко это, да, это идет расфокусировка, потому что у всех личный бренд, у всех посты, далеко не всем это интересно, потому что если не поэтому, если у вас не получается какой-то один способ, меняйте, пробуйте. Пробуйте делать что-то по-другому, пробуйте делать исходящее. Опять-таки, шаблонов никаких исходящих я не даю, потому что каждый человек, которому я отправляю какое-то приглашение, у меня с ним определенные отношения, поэтому я ему могу отправить голосовой либо в официальном стиле, либо не очень. Но главное, просто не бойтесь этого делать. Вас человек не пошлет, он просто либо не примет ваше предложение, да, либо скажет нет, либо пойдет с вами на контакт. Но опять-таки, как сказал Илья, если он сказал нет, это не значит, что он сказал нет навсегда. У нас впереди еще евроматрица, поэтому не факт, что он к нам не придет. А второй очень важный совет – это не нужно кичиться какими-то своими прошлыми регалиями. Вот у меня есть партнер, который пытался в нашу компанию пригласить своих бывших лидеров из Кэшбери, которые начали очень громко смеяться, рассказывая, что «слушай, какие тут нам деньги, говоришь, мы там в день делали по 15 тысяч». Ребят, вы делали когда-то 2 года назад в день по 15 тысяч. У меня достигал мой дневной оборот периодически до 80 тысяч, но это было 2 года назад. А где вы сейчас? А сейчас вы растеряли команды и сидите, думаете, где бы вам взять денег, выйти вам на работу, потому что очень многие лидеры, которые себя били в грудь и кричали, что все, я нашел свое место, после кэша вернулись на работу. А простите, а где ваши лидерские качества? И сейчас, когда вам делают реальное предложение заработать денег,
Вы начинаете рассказывать, что это деньги смешные. Поверьте, в матрицах деньги не смешные. И в принципе не надо никогда брезговать возможности, которые вам даются, даже если стар здесь 1200 рублей. Это же замечательно, что здесь есть такой низкий стар, что вы опять сможете собрать команду, вернуть доверие и начать разговаривать со своими людьми на одном языке. Вы поможете своим людям закрыть кредиты, закрыть ипотеки, купить машину и так далее и тому подобное. Не надо вспоминать, что было 2-3 года назад. Да, вон есть люди, которые миллионерами были 10 лет назад, и сейчас они как бы в принципе не зарабатывают или работают за 30 тысяч в месяц, считают это верхом мечтаний. Поэтому если вам попадается такой человек, который просто смеется вам в лицо, да, и рассказывает, что я там был топ-лидером когда-то какой-то компании, ну, ты им был, а сейчас ты никто. Поэтому не хочешь услышать мое предложение? Ну, не слышь, будь как бы дальше никем. Ну, я бы, наверное, закончила разговор так, потому что, как говорит Илья, действительно не надо спорить. Я вот приняла этот совет, я больше не спорю с людьми, я не доказываю свою точку зрения. Если человеку не нравится, ну, значит, ему не нравится. Ну, как бы у каждого свое мнение. И последнее. Никогда не нужно зазнаваться теми деньгами, которые вы заработали. Меня вот на этот совет натолкнул пост одного из людей, на которого я подписана, это человек работает в золоте, пост у него назывался «Финансовый импотент». Значит, про людей, которые зарабатывают мало, там, которые не зарабатывают по 10, по 20 тысяч евро в месяц и так далее и тому подобное, вплоть до того, что типа таким людям не надо размножаться. Мне, конечно, очень хотелось написать комментарий, а чё ж ты начал размножаться, когда ты работал там в госструктуре и получал зарплату 20 тысяч рублей. Никогда не нужно зазнаваться, даже если вы зарабатываете по 100 тысяч евро в месяц, просто нужно оставаться человеком, потому что сегодня, как я говорю, вы на коне, вы зарабатываете деньги, а завтра у вас нету ничего, потому что любая матрица, подкрепленная золотом, алмазами, это просто матрица, и когда ее основателю надоест ее содержать, она ее закроет, и не будет ни золота, ни алмазов, ничего другого, и как бы вы останетесь ни с чем, а люди, которые могли бы к вам прийти, чувствуя себя финансовыми импотентами, к вам не придут. На этом, в принципе, у меня тоже все. Просто пользуйтесь теми советами, которые мы сегодня дали. Это действительно работает. Вот я провела Zoom со своей командой после встречи с Екатеринбурге, дала некоторые советы, и мне ребята дают отчет, что действительно советы работают, что просто идите на контакт с людьми. Кто-то может за вами наблюдать в постах правильно и не пишет вам по разным причинам, может, вы расстались нехорошо. Просто предложите человеку бизнес. Да? Если вы думаете, никогда не решайте за человека. Если вы думаете, что ему это не нужно, он может думать совершенно по-другому. Он может просто сидеть и не понимать, а в чем же этот бизнес заключается, кто бы мне подсказал. Никогда не решайте за человека. Просто запишите короткое 15-секундное, 20-секундное голосовое сообщение, просто вкратце с рассказом о том, что у тебя есть деловое предложение. Это не страшно, поверьте мне, я начала это делать, это совершенно не страшно. И люди действительно идут на контакт, потому что и многие говорят, что слушай, да, я наблюдаю, ни черта не понимаю, объясни, пожалуйста. Поэтому дерзайте, у нас для этого есть абсолютно все возможности, у нас для этого есть стабильный проект, который будет на плаву. Поэтому всем спасибо еще раз, кто присутствовал, надеюсь, что советы были полезны, всех были очень рады видеть. Спасибо Илье, что доверил мне такую миссию, как доверенное лицо компании. Этим человеком я еще не была, но это на самом деле очень приятно. Если кому-то не ответили на вопросы, задавайте их либо своим наставникам, либо стучитесь в личку. А так всем большое спасибо и до новых встреч. И, кстати, кто хочет быть спикером, тоже пишите, ребят, мне в личные сообщения, потому что спикеров отбирать буду я. Сразу говорю, что далеко... Кстати, спикером тоже, как и сетевиком, может быть далеко не каждый человек. К сожалению, я рада, что у меня это в свое время получилось. Наверное, все-таки мои навыки не прошли даром, навыки обучения, которые я в свое время проходила. Поэтому, если хотите вещать, если хотите пробовать, пишите, будем тестировать, будем думать. Вполне возможно, что следующий вебинар проведете уже вы. Все, всем спасибо, всех была рада видеть, всем всего доброго.